а обед в основном ресторане Hilton Sharks Bay на первой линии. Здесь расположены номера категории «Стандарт». Порезанные овощи для салатов. Готовые салаты, заправленные майонезом и различными заправками. Паста, макароны в томате. Пюре. Тушеная говядина, рис. Супы. Как и на второй линии, разнообразие хлебобулочных изделий большое. Обеды более сытные, чем завтраки. Из мясного курятина и тушеная говядина, тушеные овощи. Ассортимент фруктов небольшой. Десерты стандартные, можно выбрать на свой вкус. На первой линии туристов больше, потому все вкусное разметается быстро. Но голодными не останетесь. Если все же такое произошло, советую пойти в бар на пляже и покушать хот-дог с мясом и картошку фри. Приятного всем аппетита и хорошего отдыха!